термоядерный приветик. С вами Плейбой Атомный и их миллионы. Я не знаю, скоро придется так и до тысячи сократить. А что тут еще вверху осталось такого, что они не зачистили? Давайте, зачищаем снайпера. Это, собственно, то поселение, которое в прошлый раз не получилось зачистить. 46-й день. На 51-й пойдут волны. Я пока тех снайперов, которые делаются, я уже не буду их трогать. Пускай они там делаются себе. Если что, знаете, вдруг оборона понадобится резко. И мне понадобятся солдаты. Снайпера. Вот тут вот как раз и использую для этого. Карта, это пока самая классная карта. Мне она больше всех понравилась. Она и внешне выглядит прикольно. И вот эти островки такие проходишь. Интересно, хорошие места для обороны. Для прохода очень-очень понравилось. 590. 1590 людей. Серьезно. То есть нам не хватает буквально тут получается одного. Ну, это мы сейчас поднаберемся. Нет, подожди, вот этот рыба. Вот этот блядский домик не тут ставим. Давай, где-то здесь еще еда, еще должна быть еда. 14, 19, давай 15. Здесь порыбачим. Тут можно порыбачить. 11, 10, 15. А что, нет, хватает. 16, 18. Ну, нормально, я думаю, этой еды будет достаточно. Сейчас атаку пошли сюда. Давайте снайпера доделаем. Ну, тут солдаты. Мне же все волны нужно. Численное население сопротивление с секундом зомби, да. Это пока самая большая армия, которую я имел. Особенно снайперов. Под 90 снайперов. Ну, нужно уже соточку сделать снайперов, да? Бля, я думал, это они умирают, сами снайпера. Оказывается, нет. Это они прокричали. Так. Здесь питание. Здесь питание. И еще пару домиков. Еще всего лишь пару домиков. Тут хватает, да, тут хватает на домик. Ну вот и все. А, 1604 населения, все. Ну, эти застряли, я понял. Куда они бегут, кстати, там же негде пройти. Давайте, снайпера, пошли вперед. Это же толпы. Нормально, по десятку снайперов есть с каждой стороны. Sorry, 51 день. На 40, на 50 дне можно уже отступать назад к базе. И, затем пойду последние эти толпы вынесу. Здесь прямо вообще остановились. Прям ничья какая-то. Кто кого? Ставки, ваши ставки. Я ставлю на зомби. А кто ставит на зеро? Или на ничью? Я ставлю на красных. Все на красных. Все на пионеров. Зачищаем. Его снайперка готова. Я думаю, следующую часть они сделают трехмерной. В
вторую часть. Они заработали хорошо денег. Тут говорят, вроде концовка на продолжение рассчитана. Еще будет продолжение. Поэтому я думаю, вполне это реально. Здесь я еще не зачистил, по-моему. Или зачистил. Это бессмысленно. Давайте вот эти снайпера зачистите вот здесь, пожалуйста. Угу. Ресурсов по максимуму. Ну, мне не нужны уже ресурсы, у меня все есть. Сейчас и будет сотня снайперов. Сотня снайперов! Вот и здорово. Ну, давайте, атакуйте, чего? Сюда. Ох, большие замки какие. Ну, это все равно им не поможет. О, толпа. Понятно. Большие какие-то были. Это что, зараженная ратуша? Ну, у меня другая ратуша. Здесь они какие-то несколько другие. Солдаты пошли сюда. Что тут у нас еще? Все, зачистили, хорошо. Со всех сторон. Значит, вот эти снайперы идут сюда, становятся. Вот эти ребята. Бегом сюда. Пошли. Солдаты, бегом сюда. Вот эти снайперы. Пошли сюда, переключаем на атаку самого сильного. Станем здесь. Этих ребят тоже атака самого сильного, да. 19 часов, главное успеть дойти. Кстати, можно и мины здесь поставить, в принципе, и доделать здесь оборону. Давай заминируем все. Лучше их через одну, кстати, ставим. Все равно ресурсов дофига, да? Соответственно, почему бы и не заминировать, если есть такая возможность. В шахматном порядке, вот так. Давай здесь поставлю. Мне вот не нравится, что... Давайте вот эти все снайпера вы перейдете вот в эту вышку. Потому что эту все-таки она на передовом, ее смести хотят. А здесь минировать можно? Если успею вдруг. Вдруг успею. Все солдаты возвращаются. Так, а вот этих ребят. Давай сюда. Единица вся сюда, вся. Вот эти все ребята туда. Да, вот эти ребята давай сюда. По двадцатке с каждой стороны. Или, по крайней мере, вот здесь вот стану. Давай атаку самых сильных. Еще снайперов. И пошли еще снайперов. Большинство сюда стали. А вот самую малость сюда давайте. Все, они, по-моему, пошли со всех сторон. Как там? Нормально.
Да, как раз правильно я подвелся. Снайперов что здесь? Здесь тоже хорошо, снайперов достаточно. Давай подойдем с этой стороны. Единственное, пронесли что ли? Наверное, это из-за взрывов. И Теслу убили! Опаньки! Это, конечно, проблема. Давай живо еще одну Теслу. Вот здесь и вот здесь Теслу надо ставить, да? И закрываюсь сразу. Давай и здесь закрою. Здесь ворота вот поставлю. И тоже сразу закроюсь. Здесь можно еще закрыться? Да, можно. Хорошо. Еще ворота. Я понял, к чему это все идет. Ну, эти солдаты не выживут. Пока самое опасное вот именно с той стороны. Тут удержаться. Ну, здесь тоже надо оставить снайперов, потому что... Да понятно, что там съедят. Сколько тут осталось защиты? Ну, совсем ничего. Отходим. Отходим тоже сюда. Ну, а эти на вышке пускай пока держатся. Хотя тоже уходите. Пошли сюда. Все снайперы стали. Ну, тут ничего не поделаешь, тут уже все съели. Есть, эти поставили, но плохо, что Тесл нету. Проедают, конечно. А вторую оборону. И не сразу. Хватит. Камня не хватает. Вот это проблема. Здесь уже проели. Можно больше снайперов сюда привести. Это, конечно, большие проблемы. Успеет Тесла построиться или не успеют? Потому что если что, то это, блин, поражение. Мне придется заново перепроходить. Они каким-то образом заразили. Давай. Успеет Тесла построиться. Есть. Эти Теслы построились. Что здесь? Здесь почти снесли оборону. Здесь нормально держатся с этой стороны. А вот и пошли с этой стороны. Не, давай снайпера сюда. Там уже выдержат. Встаем. Блин, электроэнергия. Это серьезно? Отключили? Это звездец, конечно. Стоит здесь оборона, и она ничего сделать не может, потому что отключена ТЭС. Ну как это назвать? Блин, тут как хорошо вытарбливает сейчас эта Тесла.
Как там ворота? Ну, ворота нормально выдержат. Здесь держатся. Здесь я уверен, что выдержат. Здесь, скорее всего, тоже удержат. Вот это самая опасная территория. Включайся. Нет, к сожалению, здесь вынесут. Давай вот это снесу. Что там с воротами? С воротами все нормально. Пока включится, пока зарядится, уже прогрызут. Тут уже прогрызают. Сколько там осталось у забора? Меньше половины. Включайся. Ну! Блин, какое напряжение! Давай. Все, все включилось, Тесла заряжается. Успеет она зарядиться? Успеет зарядиться или нет? Я думаю, успеет. Успеет! Да, успела зарядиться. Вот это напряжение, конечно. Так, что здесь? А, тут еще живы. Ребята, хорошо, значит. Остается закрыться еще вот здесь, вот. Вот так вот. А Теслы-то нет больше. Здесь отобьются. Что тут у меня? Все нормально. Все нормально. Ну, я думаю, все. Тесла успела. Успела долбануть. Молодец, Тесла. Мы закрываемся. Хорошо. Вот это место вообще классное получилось для обороны. Да, одну электростанцию, к сожалению, съели. Но мы сейчас все восстановим. И... Здесь башню снесли, но теперь уже дальше не пройдут они. И если что, у меня есть еще линия обороны. Здесь вообще даже не доходят. Здесь пытаются подойти, ну... Половину только. Снесли с этой стороны. С этой стороны вообще все стоят себе спокойно и ни о чем не парятся. А когда же волна закончится? 52-й день. 64. Нормальная такая волна. Я здесь держусь против больших орд, чем на режиме выживания. А ведь когда-то я не мог пройти даже режим выживания. Сейчас надо будет попробовать, насколько я буду легко с ним. Это 500%. А я не мог режим выживания даже на... Сколько их? На 100% пройти. Ну, в общем, как я пройду кампанию, я, конечно, поставлю режим выживания и посмотрю. Там 4 карты, я постараюсь все их открыть. Думаю, теперь... Вот так вот постепенно. Классно они сделали. Многие говорят, что да, это всего лишь режим этого самого выживания. Волна. Как там стены? Ну, нормально. Нормально. Что... Типа, это так же, как в выживании. Но на самом деле это круче. Потому что в выживании там надо сразу 100 дней, сразу максимальная сложность и сразу все. А здесь постепенно. Здесь вначале держишься 20 дней, потом 30, потом 40. Вот сейчас под 60 дней держишься, да? И разные волны, разные карты. Все побольше, побольше. Новые войска открываются. Это клево. Да, конечно, снайперам нужно сейчас урон будет увеличить. Там есть улучшение на плюс 20% урона для снайперов. Чтобы не выносили всех крупных с первого выстрела. Когда они уже кончатся? Серьезно, когда они уже кончатся? Так, где заражение? Где-то заражение пошло. Мне сказали, что-то заражено. А, вот эта электростанция заражена, понятно.
кстати, еще такая штука. Если бы вырубили критическое количество электрической энергии, то на этом бы все закончилось бы. То есть хорошо, что у меня есть избыток электрической энергии. Волна, походу, заканчивается. Кстати, вместе с волной же вроде выходят все зомбаки, которые есть на карте, да? 53-й день. Ну, 56-й день, я думаю, 55-й. Волна и закончится. Нормально. Нормально. Все, снизу уже все закончилось. Идем сюда. С этой стороны тоже уже закончилось. Ремонт. Единица пошла через атаку сюда. 12 солдат. Два, 54. Давайте пойдем сюда. Через атаку пошли сюда. Ну и вот эти ребята все через атаку пошли сюда. Все, здесь тоже оборона выдержалась, все восстанавливается. Только не взрыв. Взрывчатка самое опасное, что может быть. Один взорвался. Так, все, значит, наши снайпера через атаку пошли сюда. Сейчас на всей карте снайпера пошли в нужную точку. Толпы такие. Ну и пионеров чуть-чуть прокачаны. Да, ну больше половины осталось. То есть их было под двадцатку что-то, а осталось их 12 человек. Вот. Из всех. Вот так вот. Мне кажется, я был где-то вот здесь сидел, да, ну и не все так хорошо закончилось. Хотя я убежал. Убежал, да. Снайпера через атаку пошли сюда. Электроэнергия, все полно. Сколько у меня? 96 снайперов. Вот это толпень, конечно. Победа! Победа! До обеда. И я уложился фактически в 25 минут. Эльдорадо. Ну, на Эльдорадо я не пойду, это точно. А вот куда я сейчас пойду, это пойду на Топи. Не, Ядовитое болото. Свамп. Только я подумаю, какие технологии взять. Усиленные снаряды. Разведчики, урона плюс 20%. Вообще бессмысленная штука. Большая баллиста мне не нужна. Дальнобойная винтовка. Солдат, показать ранг, радиус атаки плюс 1. Неплохая штука. Экспертная мастерская. Уникальное сооружение. Наблюдатель. Это всю карту открывает, да. Новая конструкция колия. Мне колия вообще не нужно. У меня есть мины. Они в разы лучше. Значит, а что здесь я хотел? А я здесь вот как дополнительная реальность. Снайпер. Плюс 20% урона. Радиус атаки и ранг. Беру. Теперь у меня снайпера будут хорошие. Мутанты мне не нужны. Лазер мне не нужен. Можно взять, конечно, продвинутую тренировку. Время обучения быстрее. Меньше опыта требуется. Ну, как-то я не вижу в этом смысла. Я вот хотел Тесла передатчик, да, и идти вот этот конденсатор построить как улучшение. Собственно, так я, наверное, и пойду. Но перед этим
но перед этим скопирую сейв. Итак, давай, дополнительная реальность, улучшенный передатчик, здорово, и на болота отправляемся. Эти болота пропитаны тошнотворным запахом, исходящим из загрязненных вод. В этом регионе зомби мутировали в амфибии, и их разлагающиеся тела вырабатывают смертельный яд, которым они могут плеваться на расстоянии. Необходимо очистить это болото от зомби, иначе это станет проблемой для наших поселений в будущем. Численность 1800, уничтожить всех зомби, сопротивляйтесь иммунным зомби. Понятно, 64 дня, классика. Поехали. Наверное, потом я великаном пойду. Я думаю, здесь сейчас будут куча плевалок. Давно не были великаны. Страшные земли. Пауза. И страшная музыка. Как всегда. Как всегда прекрасны. Комсомолки. Макс и я пойду зачищать сейчас вот тут вот. Комсомолки. Ctrl 1. Атака по самым сильным. Кстати, я заметил, карты здесь идут приблизительно по одному принципу. Ты начинаешь с угла, да, и потом двигаешься в разных направлениях. Опа, что, серьезно? Никого нету? Прямо вот так, сначала? Нет никого? Нифига себе. Давай камень берем. О, вернее, металл. Что здесь? Здесь можно пройти? Здесь нормально, здесь никого нет. Я посмотрю. Во всяком случае. Здесь все нормально. Значит, проход у нас вот здесь вот. Давай сразу Теслу туда. Неужели один только проход на базу? Да как-то это слишком просто. Ну, если прям, да, это слишком просто. Один проход удержать снайперами и теслами, это реально. Кстати, а вышки там надо прокачивать, этих инквизиторов. А, тут поселение. Ну что, стали? Все вместе? Атакуем. Домик, здание завершено. Теперь мне нужна лесопилка. 20-19. Очень хорошая лесопилка. На первый раз она почти две заменяет фактически. Ой-ой-ой-ой-ой, плевалки. Плевалки сразу прибежали, да? Ну, давай. Лучница. Подходим. Давайте тогда, это Ctrl 1 отряда, вот это у нас будет Ctrl 2. Раз так у нас все. И через атаку пошли сюда. Единицы тоже через атаку сюда. Еще плевающие, плевачки. Так, а мне ресурсы понадобятся для начала, это то, что надо. Поэтому домик хорошо, что он здесь был. Ну, давай, вот так вот, и здесь закрываюсь, в принципе, да? Да. Потом можно сделать добычу дерева. Лучницы. Давайте в эту сторону посмотрим, что у нас здесь.
Уходим. Понятно. Плевалки, плевалки пошли. Солдаты, убивайте их все. Пускай эти плевалки. Давайте, давай. Солдаты, стойте. Лучницы, уходите. Давайте, атакуйте, солдаты. Добивайте его. Вот в чем опасность. Лучницы! Почти померли. Давай, заплёвывай, убивай всех. Здорово. Все, дальше не идем. Дальше не идем, я понял. В чем здесь прикол? Вот так вот наши ворота. Будут. Ох, сколько здесь плюющих, я так понял, будет. Ё-моё! Это же шкаркающих вот этих. Блин, я забыл, как я их называл. Дерьмо Оптимус. Все, здесь закрыто. Теперь вот эти ребята все на патруле бегают. Тоже на патруле. И здесь идет развитие. Максимально. А чем мне не хватает? Мне не хватает сейчас еды. 19 еды, нормально. Здесь что? Здесь 17, 19, давай. Ну и здесь. Здесь ничего не поставишь. Уже. 42. Копить сейчас на мастерскую. Ага, и вот тут вот. Действительно, закрываем. Хорошо пока. Пока мне нравится. Вот это основная оборона будет. Потом нужно будет вторую вот здесь предбанник сделать. Чтобы держать. На 12-й день будет атака. Ну, если еще поставить здесь солдат нормально, то выдержит. Это все выдержит. Здесь для начала все, что нужно, есть. Казарма. Но мне пока казарма не нужна. 40 древесины не хватает. Придется казарму ставить. Вот тут вот. Шесть человек. Давай еще. Палаток. Кстати, плохое место я выбрал для казармы вообще-то. Ее потом нужно будет снести и перестроить в другом месте. Потому что здесь будет рынок. Она как раз стоит на месте, где должен стоять рынок. Вообще, вот, один в один. А сколько мне здесь надо? 1800. Пока я никуда идти не буду. Мне нужно хотя бы 20-ок солдат, прежде чем выйти и мочить этих всех плевал. Музыка мне напоминает чем-то игрушку, которая называется Return of the Obra Dinn. Возвращение Obra Dinn. Кто смотрел, кто знает, можете оценить. Давай здесь пока рыбацкий домик. Вот тут рыбацкий домик. Их два штуки можно поставить точно. Здесь не поставить почему-то. Здесь 13. Только 13 можно. И 14. Давай 14. Делаем сюда. Солдата. Пионера. Все нормально. Построил. А нужна мастерская. Вот вот это. 500 золота. Где-то вот тут вот поставить. Где-то с края. Или вот здесь вот. Вот здесь. Вот тут мне больше нравится. Давай пока отменим солдата. Пока... Ой, я отменить вместо этого заказал.
Говорю одно, делаю другое. Прям как депутаты. Есть. И дерево потратил, и теперь у меня есть деревянная мастерская. Если что, изучим домики, и сразу можно будет быстренько штамповать домики. Чуть-чуть позже, солдат, но это не так страшно. На 12-й день нужно успеть еще построить каменную мастерскую. Сейчас я таки начну добывать камень. Постепенно. Три за древесину, 18 электроэнергию нужно будет сейчас ставить. Есть. Здесь 3. Ну да, нужно будет вот так вот. 3 и 2 хотя бы, чтобы 5 получилось. Или подожди. Отмена, пауза. Ну вот как поставить? Вот можно вот так на 5 поставить. Да-да-да. Здесь 4 вообще. Либо вот так вот 3. Ну и здесь 2 получается будет. 1. Нет, здесь не получится никак. Здесь 1 на 5. И все. Это максимум. Может, я не с той стороны домики начал делать, типа, хотя здесь будут у меня совхозы. Нет, вот тут домики, все правильно. Еще один солдат. Давай. Отлично, отлично, они появляются. Древесины пока нормально. Еще один солдат. Хотя, стоп. Давай еще дерево. Мне железо пока не надо. Здесь 10, 10, 10. 11. Где 11? Ставим 11. Тут уже не поставить. И сейчас еще будет... Деньги придут и еще. Когда будет 9, можно уже идти зачищать территорию. 44. Ну, ну, денег давайте. Еще один солдат. 2 рабочие руки. Давай еще поселение. Вот так вот. Вот, привезли. Деньжат, которые снова таки пойдут в домики. Что теперь не хватает? Пищи. Пищи не хватает. Ну, рыбаков я максимум поставил. Больше рыбаков не поставишь здесь. Этих, по-моему, охотничьих тоже максимум. Здесь 13, конечно. 13 это максимум. А что вот здесь? 15, 22, 24 давай. На отшибер бычок. Пока рано. Давай фермы. Нужнее. Сейчас. Камень плюс 5. А на что мне камень? Мне пока камень не нужен. Ctrl единица, да? Нет, Ctrl двойка. Сюда. А вот это Ctrl единица. Как раз патрульные. Которые защищают наши территории. Проще вот так вот будет. Вот, вроде, все. 612. Можно больше солдат, но я не хочу больше солдат. Я хочу... А что я еще могу сделать? Я, в принципе, ничего не могу сделать. Лесопилка. Вот тут вот еще можно поставить одну, я думаю. 15. Ну, нормально. Все. Это максимум дерева. И солдата давай.
Ладно, я говорил, что я пойду большим числом солдат, но в итоге я иду вот таким числом солдат. Убивайте. Что здесь у нас? Золото, идем. О-о-о-о! Давайте. Подходим. И через атаку пошли. Не плюйтесь. Стоп. О, одного уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Они кислотой просто заплевывают. Убегайте, солдаты, убегайте. Подходим пока. Два. Сколько я потерял просто. Не надо, не надо никуда спешить. Давайте, убиваем их. Уходим, уходим, уходим. Еще один погиб. Ладно. Поспешил. Теперь жду. Максимума. 122. Давай. Домики. Что, электростанция сейчас нужна? Где-то здесь ее ставим. Электроэнергия. Рабочий не хватает. И солдат пока можно штамповать, пока есть возможность. А если бы я не спешил, да, то у меня бы уже было бы сколько? У меня уже было бы под 15 солдат. Под 15 пионеров. Поспешил. Думал, я так справлюсь. Угу. Здесь с этими ублюдками так не справишься. Нужно, ну, то есть 20-ок это минимум, чтобы зачищать. Я знал, я об этом говорил, и я сам себя не послушал. Чаще себя слушать надо. Я хорошие советы даю. Очень хорошие. Так, еще. Работяги. Здорово. Скоро домики будут готовы. Еды теперь не хватает. Ферма. Есть ферма. 54-62. Ну, вот так вот пускай будет. Вот же ж мудаки. Пока все технологии, которые нужны, есть. Казарму где-то тут, наверное, поставит. Да, вот тут вот, скорее всего, поставит. Мой день. Так, нужно копить уже на мастерскую лучше 500 и на 450. Давай пока 390. Нет, рынок. Сейчас принесет деньги. Есть рынок и потом мастерская пойдет. Потому что рынок очень важен, он очень много экономит. Первые три домика. А вот уже сколько? 6, да? 7 человек. А было бы уже фактически 20, да? Ну, было уже 17 где-то так. Сколько я там потерял? Не, было бы 15. Я где-то 7 потерял. Еще деньги. А, так, на еще одну казарму хватает? Хватает. Здесь казарму ставить? Казарму где-то хочется близко к передовой, да, но в то же время не в самой заднице. Вот тут, допустим. А вот эту снесу. Вот это, блин, офигенно поставлено просто.
штука. Кто так ее ставил? Я ее ставил так. Переставлю по-нормальному. Все, хватает? Хватает. У меня же еще и расширена теперь дальность видения. Сколько у меня? 178. Еще. 25. Здорово. Уже приближаюсь к 200. Теперь время каменную мастерскую ставить. Прекрасно. Сколько? 202 населения. Все, рынок. Золото 400. Сейчас будет. Сейчас все будет. И... Ну вот так вот. В принципе, как ему еще вставать? Вот так вот. Ну, а на этом все. Только революция, только победа. И до следующего эпизода. С вами был Плейбой Атомный.